Звонит, значит, мне знакомый парень, ему уже 34 года, никогда не был женат. И рассказывает, говорит, нашел девушку, ну, правда, с ребенком, ну, она его лет. Значит, снял в центре города квартиру, все покупает, еду, все покупает. Все у них классно, но есть одно но. То она срывается вечером, где-то едет, то она... Ну, после того, как она в 12 часов ночи встала и в 4 утра назад домой приехала, потому что к ней там звонил какой-то знакомый, вот, она сорвалась, и тогда он ко мне подзвонил. Что это может быть? Ну, в чем проблема? Ну, то есть она идет, куда-то едет, говорит, что там срочно какие-то дела, ничего не объясняет. Ну, не объясняла, потом оказалось, что это ее есть друг. Ну, хорошо, друг как друг, ну это ж ненормально, да? Ну, они поссорились. Он говорит, уже хотел, как говорится, расходиться, но она оденет там нижнее белье красиво. Ну, и, соответственно, мужик есть мужик. Ну, это продолжалось где-то недельки 2-3, он попросил ее телефон. Но она, соответственно, говорит, что телефона у ее нету. Типа где-то его спрячет, там все удаляет постоянно. Ну тут как-то он случайно нашел этот телефон и увидел там переписку, типа что там вот котик, там китька, короче, любовные переписки. Хорошо, значит, и она опять ему, да это не серьезно, я люблю тебя, там все. И он, короче, что он делает? Он просто берет номер этого ее друга и звонит к ее другу этому. Ну, начинает общаться, значит. Он говорит ему, а зачем ты же знаешь, что она живет со мной. Мы живем в центре города. Ну, как тебе? Ну, она со мной спит, а потом с тобой. Он такой, ну, понимаешь, говорит, у меня нету денег, нету средств ее там снимать квартиру, нету на это денег, потому мы встречаемся так. Я не знаю, но я ему сказал, что бери друг, расходись, но он еще что-то там думает, расходиться или не расходиться. Ну, влюбился парень, но ее поступок это просто жесть. Ну, что тебе нужно в этой жизни? Он тебе все снимает, дает деньги, дает все, и выходит в результате, что она просто им пользовалась для того, чтобы он просто платил ей за квартиру и там давал ребенку, а она себе просто встречалась с другим. Ну, вот как? Ну, как ее после этого называть?